Все это правда произошло? Да. Да ладно, пап. Ты же не веришь во все эти истории. Ну что ж, ладно. Давайте двинем домой. Погнали. Я хочу пошли домой. Живее. Погнали, погнали. Вау, вау, вау. О, немного трясет. Такие вещи очень пугают вашу мать. Что, опять? Будет еще пара толчков, а потом все успокоится. Нет, не успокоится. Еще и ветер сильный поднялся. Не паникуй. Воу. Отец? Пойдем домой, проверим, ничего там не сломалось. Пойдем проверим. Ох. Один. Это Один. В дом, мальчики, живо! Воу. Воу. Это не землетрясение. О чем ты говоришь? Кэш, отведи брата в подвал. А я за машиной. Хо-хо-хо-хо! Хорош! Ты что, черт возьми, стряслось? Да походу бомбардировка, братан! Не отставай от себя! Залезаю! Воу! Это не извержение! Давай. Давай на счет три. Опа. Один. Навались. За 15 минут до этого. Огонь вообще. Я за тобой, Джек. Мозле, шлюз С готов к стыковке. Захват. Ориентируйтесь на опору колючки, сдавайте назад. Понял вас, Бейлоуд. Герметизация шлюза. Ой, хочется уже поскорее домой. Сколько прошло? 3 месяца? Бейлоуд, стыковка будет жесткой. И вы сели. Отличное пилотирование. Отличная наводка, командир. Так, я хочу к русским. Бейкер, помоги мне с разгрузкой. Русские должны быть где-то наверху. У меня нет выбора. Ну ладно. Это захват. Закрывай, закрывай. Извините, ребят, придется вас оставить там. Действуем по плану 4-8-C, как нас учили. Давай, Маруся, не расслабляемся. Мы должны сохранить сектор России. Давай. О, тихо. Нельзя стрелять в космосе. Тихо. До свидания. Диспетчер Одина. Один переходит в боевой режим. Это не учение. Позвольте захватить Один. Диспетчер Одина! Матрос Федерации в отсеке экипажа на корме!
Вас понял. Не дать захватить Один, команда получена. Один готовится к использованию первого заряда. Наведение. Лос-Анджелес. Захват. Нет. Сан-Диего. Мы этого не допустим. Мы постараемся этого не допустить. Феникс. Захват. Наведение. Хьюстон. Захват. Наведение. Майами. Захват. Слишком много целей. О нет! О нет! Идти в безопасную зону. За мной! В Один загружаются координаты целей. О нет! Критическая ситуация. Принято, Мосли. Дай подрыв станции. О господи! Я уже иду. Там мои родные. Ох. Держись. Держись. Только держись. Заряд по-прежнему готов к бою. Наведение завершено. Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Чикаго, Вашингтон. Еще не все, Бейкер. Наш черт Один. Нужно его ликвидировать. Не думаю, что вы сможете попасть домой, Бейкер. Атлас, насколько нужно отклонить его бок, чтобы сбить равновесие? На 23 градуса. Левый борт или корму. Но дистанционное управление не работает. 23 градуса. Вас понял. Команда получена. 21 градус. Давай, 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 открываем. Вас понял. Любой ценой. Держись! Так понял, Маруся. Все ради наших братьев-землян. О нет, ты ранена. Ты... Нет, Маруся. Маруся. Маруся! Маруся!